Аэропорт Геленджика. Ио-86 самолет. В общем, я даже был несколько удивлен тому, сколько вопросов я в личку получил по пижме. В общем-то, до сих пор, наверное, самое большое количество из всех тех роликов, что я делал. Ну, в основном, просто чтобы не отвечать каждому индивидуально, одно и то же. В том примере, который идет с самолетом, нету ручного ввода в этот прибор. Ну, или бортовой компьютер, правильнее, наверное, его назвать. Данных. Поэтому в этот раз я именно это решил сделать. И вторая часть просто сводится к тому, чтобы показать не просто, как пользоваться прибором захода на посадки и взлета, который у нас вызывается вот отсюда вот, из панельки, а именно показать это на примере конкретного полета, подхода к аэропорту и перехода, соответственно, на автоматический заход, если так можно выразиться. Ну, правильно сказать, полуавтоматический. Вот. Ну и, собственно говоря, я поэтому не стал ставить второй уровень сложности в этот раз. Второй уровень реализма в конфигурации самолета. То есть самолет находится уже в заведенном состоянии. Но поскольку тут заводить-то особо, в общем-то, и нечего. Не реализовано это все. То, ну, в общем-то, сразу можно перейти к разговору про план полета. Для примера я взял полет из Геленджика в Ярославле. Подход к Ярославлю практически с прямой, но заход я сделаю с обратной стороны, то есть на 23-ю полосу. И как раз, в общем-то, используя ту часть бортового компьютера, прибор захода на посадку, которую я только что показал, чтобы сразу, в общем-то, определиться с тем, что нам необходимо. Ну, во-первых, помимо того, что у нас здесь 9 точек промежуточных полета, которые мы заведем в этот раз не через файл. В первом видео у меня описано, как подготавливать для пижмы файлик и автоматически его считывать. В этот раз, соответственно, я буду забивать координаты и готовить его руками. Вот. Для реализации схемы коробочка нам потребуется еще одна точка, которой, понятно, нету на базовом плане полета, да и, вернее, на карте, да ее и быть не может, поскольку точка выхода или захода в первый разворот задается обычно диспетчерами, которые ведут данный полет. Ну, мы ее придумаем сами. 4 натуральные мили это 4 морские мили это, соответственно, расстояние примерно равное 8 километрам. То есть это вход вот в нашу коробку будет. Вот, координаты данной точки можно посмотреть вот здесь, если вы FlySim Commander запущен, то есть вот все время за курсором мыши они там меняются. У меня они отдельно, чтобы потом 57 градусов 30 минут северной широты и 40 градусов 13 минут восточной долготы. Вот эта вот точка. Это последняя точка будет нашего полета, которую мы будем вводить. Я не хочу вводить оперативный ppm, допустим, с 50-й ячейки той самой пижмы, чтобы, соответственно, не скакать. Будем считать, что нам заранее известна точка входа. И, в общем-то, поэтому можем сразу переходить к настройке подготовки нашего самолета. Ну, если так можно выразиться, поскольку вариант укороченный. Здесь подготовки Основное все сконцентрировано в этой модели именно на полете. Модель реализована очень интересно, в общем-то. Опять же говорю, что это, наверное, одна из первых моделей, которую, если не тримировать, то на ней можно и не сесть. Все остальные модели
как-то менее чувствительны к этому, ко всему. То есть здесь авторы этой модели подошли, ну, если так можно выразиться в кавычках, с любовью к тому, чтобы сделать модель действительно моделью, а не просто там летающим дельтапланом с кучей кнопок. Вот, это я ни про что, ни про другое говорю, просто как бы здесь это реализовано достаточно интересно. Ну и, в общем-то, с учетом того, что у нас все заведено и так далее, ну, во-первых, пусть и в первых вариантах, что по Shift, по клавише Shift 9 вызывается загрузчик, и если у вас двери самолета открыты, как у меня сейчас, то можно загрузить необходимый в него вес. Я делаю специально чуть меньше, иначе тут взлетать с Геленджика не очень длинная полоса. Пусть будет коммерческая нагрузка тонн 20. Так, теперь топливо. Соответственно, убираем ненужное нам количество. Привет. Самый простой способ себя контролировать. Это по клавише Shift Z вызываем дефолтную строку информационную FSX. 60% нам будет за глаза достаточно. Так, закрываем. Закрываем наши двери. Сразу установим на 0 высотомеры. Все, двери закрыты. Перейдем на overhead. Система, так как у меня уровень реализма первый, система уже согласована, включена и настроена. То есть от нас всего лишь остается... Так, свет пока включать не будем, хотя можно рулежный включить. Вот, подключить. Что тут еще не подключено. Так, ну здесь у нас надо настроить курс нашей полосы. Залетать тут можно с обоих сторон. Лучше, конечно, я так понимаю, выход в основном на море, но 7 градусов 111 глиссада. Градус. Один. Так, теперь по маякам, которые в полукомпаса у нас выводятся. Здесь нет традиционных маяков, здесь есть НДБ-маяк тысячный, который заводится. Заведем сюда. А сюда заведем следующий наш. Путевой маяк, частота его 528, на который, собственно, и будем двигаться. Вот, так, курс завели, глиссады завели, все завели, курсовая система согласована за нас. Ну, я пропускаю, разумеется. Вначале надо бы настроить джойстик, но это есть в первой части, в первом полете моего по на этом самолете, поэтому здесь не хочу просто растягивать время отдельно взятого полета, чтобы больше времени посвятить пижме. Так, на панели MSRP магнитофона выставим номер рейса, включим его в работу, обогрев ППД, но тикет здесь не реализован, поэтому
собственно говоря, здесь больше делать нечего. Так, теперь вызываем, собственно, саму пижму. Это настроим потом, и панель управления ею. Видим, что здесь горит CVM готов. Первый раз мы делали, ставили в положение авто, нажимали клавишу считать. А в данный раз, в этот раз, в котором мы сейчас делаем полет, соответственно, мы переводим вручную. Вообще правильнее его, конечно, называть пульт подготовки и контроля. А вот это у нас пульт ввода информации. Все это входит, понятно, в комплекс пижмы. Здесь у нас вот эти вот клавиатура определяет режим ввода или отображения информации, то есть различные виды его, соответственно, либо ввода, либо отображения, в зависимости от того, где мы стоим. Сейчас у нас на данный момент время ничего не введено. Внизу, собственно говоря, кнопки вот тоже управления различными режимами работы. Ну и начинается ввод, если он вводится вручную, с координат, определяющих, собственно говоря, куда мы летим и как мы ориентируемся. То есть фи, лямбда. Фи — это стандартная широта обозначения, лямбда — стандартное обозначение для долготы. У нас сейчас отображается текущие координаты самолета. То есть их вводить, слава богу, здесь не надо. Мы начнем вводить с маршрутной точки. Для этого нам надо ввести 0.1. То есть первая наша маршрутная точка. И дальше вариантов несколько ввода. То есть можно смотреть маршрутные точки. В том же FlySim Commander есть координаты их. Я использую свою программку, она есть к первому видео, болтается в приложении. В нее просто загрузил план полета, и здесь у меня для пижмы непосредственно есть координаты точек уже подготовлены. Ну, то есть она просто преобразует план полета. И дальше начинаем вводить. Ввод простой, то есть выбрали, куда, в какую ячейку памяти. Напомню, что с 1 по 49 ячейку это ppm. То есть, соответственно, ну, в нашем случае их 9. Может быть, до 49 их вводить можно. Выбираем, какой мы хотим вводить. Дальше нажимаем сброс, верхняя позиция, северная широта, поскольку, ну, мы здесь находимся в России. 45, 51, 0. Координаты точки. 45, 51, 0. Теперь, соответственно, надо ввести долготу. 40,05, 2. Восточная долгота. 40,05,2. И исполнение. Мы ввели первую точку. Дальше, соответственно, вторую точку. Я еще разочек введу. Сброс. 47.19.1. 47.19.1. Сброс. Восточная долгота. 40.21.3. 40.21. Исполнение. Вот. Ну, дальше развлекать всех не буду до, собственно говоря, девятой точки. Доходим до девятой точки. И в девятую точку вводим то, что я говорю. 7.30.0. То есть та точка, на которую мы будем входить в коробочку. Все, точки плана полета введены. Следующее, что нам надо задать, это координаты полос аэропорта. Так, значит, первая, 61-я ячейка.
сбрасываем. Посмотреть, опять же, это можно. Координаты середины полосы. Вот они прям здесь. Ну, у меня они уже, в общем-то, здесь подготовлены. Сорок четыре, 34, 5. Восточная долгота 38, 0, 4. Мы вначале видим дальше координаты, а потом курсы и магнитные склонения. Следующий аэропорт посадки. 57.33.3. Вот аэропорты, координаты именно аэропорта введены. Теперь, если перейти, вот эта кнопка у нас истинный курс и магнитное склонение. Опять-таки берем 61. Это у нас аэропорт взлета. Как посмотреть, тоже говорил, то есть это, в общем-то, на оверхеде. Магнитное склонение можно посмотреть. На видео вот сюда, 684, с плюсом начинаю, вот, то есть вначале на троечку нажимаю, 680, а, неправильно набрал, 6,8 здесь до 10, исполнение для 61 и для аэропорта посадки, вводим для 12,2. 12,2. Исполнение. То есть вот таким образом мы ввели магнитные склонения для двух наших аэропортов. Так что дальше тут пощелкать приходится по кнопкам, куда мы вводили магнитное склонение, верхнюю часть. Верхний вводится, соответственно, курс полосы, истинный курс, причем полосы. Вот здесь же, если перевести переключатель сюда, то будет вот выводиться курс его. Здесь 83. И вот здесь вот для меня на самом деле первая загадка. Нифига он туда вводить у нас не хочет. Вот, отсюда получается единственный вариант еще куда загнать его, это вот сюда, хотя это неправильно. Заданный путевой угол для... Если он вообще даст его сюда загнать. 8. Ну, вообще-то, по идее, совсем не так. Но вот туда, куда он должен вводиться, то есть истинный курс и магнитное склонение, он вводить себя... Не, а, 68, пардон. Аэропорт взлета, правильно. Так, ну ладно. Идем для второго, 62-й. Аэропорт посадки. 43.15. И 1. Ну, такой, видимо, кривой вариант. Не факт, что
из этого что-то выйдет. Опять же, напомню, когда он читает в автоматическом режиме, то там-то проблем как раз нет. Ну ладно, будем считать, что данные для аэропорта вылета, аэропорта посадки так или иначе забили. Теперь следующее, чего нам надо сделать, это забить маяки. С маяками у меня присутствует второй косяк, они с 71 по 77 начинаются, вычисляются тоже у меня в том числе. Но я беру RSBN маяки, для них попроще, не надо задавать магнитное склонение, которое еще непонятно где по дороге брать. Поэтому, ну то есть у меня поправки, к сожалению, отклонение к участкам он не выводит, он все время выводит 9,9. То есть такое ощущение, что все-таки моделька, которая лежит на Афиме, у 86-го она несколько сыроватая. То есть это не та модель, которая представлена в описании к ней же. Потому что, ну, такие очевидные, в общем-то, вещи работать, по идее, должны. Ну да ладно, сейчас зададим пару маяков, чтобы убедиться, что от них толку никакого нет. Итак, 71 ячейка, все совершенно одинаково. Сбрасываем верхнюю. Северная широта 45.020. 45.020. Восточная долгота 39.5. 39.10.5. Исполнение. Задали. Так, здесь у нас для 71 ячейки все правильно. 0. А номер канала задается вот здесь. Вот эта вот кнопка. 71 ячейка сбрасывается верхняя часть. Спрос. И у нас в данном случае это 15 канал. Что мы сюда и вводим. Аналогичным образом задаются все остальные маяки, то есть, например, 72-й, сброс, северная широта, 47-16-3, 47-16-3, сброс, 39-50-0, восточная долгота, 39-50-0. 0, исполнение, радиоканал, 72-го маяка, сброс, 35-й канал. В данном случае исполнение. Если заводите VR маяк, ну допустим, я в 73-ю ячейку, он, у меня здесь они не вычисляются, поскольку я еще справочник маяков не подтягивал. Опять-таки, 73-я ячейка, сброс северная. Теперь смотрим, у нас здесь есть VR-маяк аэропорта, собственно говоря, нашего вылета. Координаты его 43-4-2, 44-34-2, сброс восточная долгота. 8.004. Исполнение. Вот это у нас VR маяк. Так, переходим сюда. 73-я ячейка в номер канала. В данном случае загоняем 114.3. Сброс 1.1.4. 3. Исполнение. Это у нас номер рабочего канала для данного типа маяков. И дальше магнитное склонение надо задать для 73-й ячейки. Мы его знаем, поэтому я специально взял аэропорт вылета. Для него у нас 6,8. Сброс 6. А плюс 6,8. Исполнение. Таким вот образом задаются VR-маяки.
если они используются у нас для коррекции. Ну, я опять же повторюсь, что я не буду дальше заколачивать оставшееся количество маяков, поскольку я ими, получается, воспользоваться и не могу. У меня вместо коррекции все время выводится 9,9, то есть якобы уклонение самолета на 10 километров от линии заданного пути, хотя это совершенно понятно не так. Вот, в общем-то, аэропорты завели, точки плана полета завели. Теперь надо задать, собственно говоря, маршрут. Наша верхняя часть, в данном случае, задаются аэропорты. От аэропорта посадки, который имеет 62-й на заданной ячейке, до 61-й. И ППМ от 0.1 до 0.9 исполнения. Все. Далее, по-хорошему бы надо бы еще задать время. Но тут, я так понимаю, с учетом того, что индикация даже не думает меняться, при переходе на нее, соответственно, время здесь не подразумевается задача. Здесь вот эта вот кнопка у нас отвечает за... Перед этим я слегка не в то время нажал на запись. Смысл такой, что для того, чтобы прибор начал правильно работать, наш пижма, то есть надо вначале здесь включать контроль НК, а потом здесь включать работу, а не наоборот, как я сделал перед этим. Вот, поэтому оно, собственно говоря, у меня и не показал первый сегмент маршрута, то есть вот он сейчас выводится на экране. Это означает, что прибор у нас к работе готов. Также автопилот мы переводим в режим навигации, после чего видим, что у нас на плановом навигационном приборе
появился. Появилась дистанция, соответствующая нашей дистанции, и курс на первый участок нашего маршрута, а также зажглась магнитная коррекция. И, в общем-то, мы готовы к полету с точки зрения настройки пижмы. Тут у меня еще один глюк непонятный болтается. Некая скорость. Очень ясно, что это такое. Ну да ладно. Так, 9000 метров у нас эшелон. Настроим его сразу на автопилоте. Не забываем выставить во взлетное положение триммеры. Так, еще если бы мы пользовались, соответственно, такими введенными VR-майками, не забывать, что здесь надо поставить в автомат режим работы. Точнее, режим ввода VR-маяков. Ну и здесь вот должно быть в автоматическом режиме. Это если по RSBN-маяка. Но оно не так не хочет их брать. Поэтому, в общем-то, ладно. Все, предполетная подготовка у нас пижмы в том числе завершена, она настроена на работу. Запрашиваем такси. Так, здесь навигационный вычислитель. Подключим сразу автопилот. Он все равно пока влиять ни на что не будет. Запускаем буксировку. Выпускаем закрыл. Положение 30. Начинаем потихонечку рулить на полосу. Так, запрос на разрешение про ETC ждет нас вот здесь.
Tower LR 6559er. On holding position 01. LR 6559er. Line up runway 01. Lining up 01. LR 6559er. Так, я тут пока заболтался, забыл же таки показать настройку коробки. Пока остановимся тогда. Итак, участок у нас. Все равно тут никто не ездит. С 4. Начнем с него. Итак, С 4 это у нас от середины полосы до того места, где мы хотим зайти, соответственно, в глиссаду, то есть вывернуть на нее. Предположим, я хочу сделать это вот здесь. 10,3 мили. И 0,3 мили в километр, это 19, собственно говоря, километров. Понятно, что это с запасом и далековато, но тем не менее. Поэтому здесь я и накручиваю 19 километров. Ширина схемы по умолчанию меня вполне себе устраивает. 8 километров. Я на нее и ориентировался, S2. S2 это расстояние от точки, по которой мы зайдем, до выхода нашего, ну, пусть будет тоже где-нибудь 8 километров, это в обратную сторону, то есть, если посмотреть сюда, то это, где мы должны выйти на высоту круга. Если вдруг мы не сядем с первого захода, это вот значение. Так как точку мы намерили от середины полосы, в принципе, можем даже не задавать это число, оно не суть принципиальная. Теперь круг. Заходим мы левым кругом. Поскольку ВПП у нас, то есть вот мы будем подходить вот отсюда, вот так развернемся и пойдем. То есть вот если сюда перенести нашу полосу, тут повернуть нельзя, то есть как бы вот с этой стороны мы заходим, вот так разворачиваемся. Это у нас круг левый, и он, собственно говоря, у нас установлен. Вот по сути и все. Тут надо настроить, можно теперь спокойно рулить на полосу. Здесь нам предстоит прокатиться по всей полосе, поскольку здесь рулежек нету непосредственно с самой полосы, осуществляется отмене. Yeah.
Ну, конечно, гонять так по полосе нельзя, но, значит, тут будет слишком ехать. Round Gazprom 966, request taxi IFR. Gazprom 966, taxi holding one foot runway 1, using taxiway alpha, runway 19, contact tower on 1227. Flyback 5, I can picture after the company 8327 in the next part, flyback 2 alpha, runway 19. United 921, give way to the British Airways 767 from the left after he departs, line up 27 right. Okay, we'll give way to another British Airways, United 921. LR 06559, wind 3600, fly runway heading, wind airborne, contact departure on 1.1.0, runway 01, cleared for takeoff, good flight. Runway heading, departure control on 1.1.0, cleared for takeoff, 01, LR 06559. Все, получаем разрешение на взлет. Можем взлетать. Дрожащий он из-за того, что самолет что-то находится в другом. Взлетные ставим. Режим даем раскрутиться движкам. Ну, поехали. Получно. ФС Трамп. О, пилот. Поэтому мне почему-то ничего не говорит. Тут горы, поэтому выше я беру. Закрылки в положении 15. Убираем. LR 06559,
via Olga's in India. 1 Charlie, departure route. Climb to flight level 120. Clear by Chris Ben. 1 Charlie, climbing to flight level 120. LR 6559. Тренируем самолет. Сдаем скорость чуть-чуть побольше. Начинаем потихонечку доворот на нашу маршрутную линию. Закрыть не убираем, пока не разогнались. Просто у меня большой угол подъема. У меня не разгоняется пока. Меньше чуть-чуть угол подъема. Начала потихонечку расти скорость. Turn right, heading 200. Clear direct to GM. VEOR. Right turn to heading 200. LR 6559. Пройтись несколько слоя в линии для того, как мы должны лететь. Разгонись тоже. Проходим 10 000. В принципе, ограничения по скорости сняты. Поэтому можно поставить его крейсерскую. Убираем совсем закрылки, чтобы они не мешались. 60. Пройдите свои взгляды, то как надо лететь. Так, тримируем самолет, чтобы разгрузить рули. Good
the Alvarado 6559er. Contact our radar of 133.6. 133.6, Alvarado 6559er. Bar control, Alvarado 6559er. With you on flight level 140 for flight level 190. NRO 6559er. In contact. Continue the IO. Продолжаем набор. Продолжаем потихонечку набор. Уменьшил скорость. Слишком медленно. Конечно, растет, у нас надо было разогнаться чуть. Ну ладно, сейчас суть не в этом. 91 километр у нас нашего маршрутного пункта, который у нас первым помечен. По-хорошему, тут вот сейчас должна быть коррекция, но вот она непонятное пишет значение с учетом того, что самолет практически идет по линии заданного пути. Достаточно нажать на исполнение. У нас вот второй пульт вполне адекватно показывает. Канал просто можно так скорректироваться, что потом окажется, что мы вообще непонятно где находимся. Можно ввести коррекцию. Видим, что самолет у нас при этом уходит. А у некой такой пике. Что он у нас сейчас использует? Да. Похоже, 15-й канал таки использует. Ну, тогда можно и добить эти маяки. Первые два я ввел. Третий. 15-й это 71-й. 70. Вторая ячейка, это 35-й. 73-я ячейка у нас непонятно что. С нее мы и начнем. 73-ю ячейку берем. И с нашего, соответственно, плана полета для пижмы вводим следующий маяк. 48-24-8. Логично, сейчас, пока мы в работе находимся, выровняемся на линии заданного пути, можно будет добить это дело, пока он нам не дает уходить в фейки. Четвертый. 74-й тоже, хотя по идее. На ходу еще и сам пробовал. Ого. Девятый канал. ТД.
Кстати, когда мы по умолчанию нажимаем на эту кнопку, мы видим сейчас, по какому маяку у нас осуществляется коррекция. Четвертый маяк у нас. 31 канал. 75 маяк. Так, лучше пока ее включить назад, чтобы у нас сейчас пройдем маршрутную точку, потом добьем оставшиеся два маяка. Время у нас не предусмотрено, здесь тоже ничего нет. Смотрим коррекция в данный момент времени. Идем по скорректированной линии за пути, поэтому в коррекции ничего не показывается. Филиамда при нажатии и неуказании номера показывает текущие координаты нашего самолета. ПУ, скорость ветра вообще должна показывать. И уклонение, так, магнитный коррекция не показывает, время нет. Текущий заданный путевой. И длина текущего нашего отрезка 213 километров. Маяк, по которому мы, как сказал, проходим коррекцию. Ну, информация о наших, соответственно, маршрутных точках. Кратчайшее расстояние до указания, если мы сменим точку, лететь самолетом. И именно непосредственно. Так, ну вернемся от пижмы сюда. Никак у меня скорость не вырастет. 0,6 маха идем. Тут-то я увлекся. А, нет, 32 тысячи фактически подходим, угадал. Сейчас надо будет остановить наш набор. Как только мы наберем 32 тысячи, наш эшелон. 9700 все, что я тут набрал. Включаем режим удержания высоты на автопилоте. Он загорается, смена линии заданного пути. Сейчас у нас произойдет тут переключение. Вообще эта лампочка у нас по жизни мигает. Вот здесь ее просто не видно. Поэтому авторы самолета ее выводят на внешнюю такую 2D-панельку. Ждем, пока переключусь. Переключение. Видим.
линии на боковое уклонение, которое невольно растет, потому что мы не можем мгновенно выйти на новую маршрутную линию и длину нашей маршрутной линии. Завершает перестроение, выравнивается на новом маршрутном участке. Выровнялись фактически. Теперь можно стримировать самолет таким образом, чтобы рули были максимально разгружены. Вообще нормально тримирование это от 2 до 4 градусов диапазон. Как мы не уйдем в крейсерский режим, никак мы его не разгоним до нормальной скорости, где-то порядка 0,8 мах. Видим, что у нас Z-координата обнулилась, уклонений нет никакого. Посмотрим по маяку, маяк нам тоже не показывает никакого уклонения. Можем мы остановились, переведем его вручную, добить оставшиеся два маяка.
все. И все загружены. Вращаем прибор в работу. Так вот, наконец-то доползло до 0,8 Мах. Можно сказать, что это практически наша крейсерская скорость 0,8-0,85 для данного типа самолета. Так, тут у нас все подготовлено, все. За триммером Фьюри присматривают. Потому что его тут все время куда-то тянет. И без 3 километра до следующего участка. Коррекции не нуждаемся. Ну вот, собственно говоря, у нас переключилась коррекция на другой маяк. Мы идем сейчас на третью точку. Расстояние 200 до нее километров. А вот, собственно говоря, расстояние до текущего нашего маяка. Когда оно устояло, сейчас посмотреть, что у нас по нему. Ну, вот он тоже показывает, что в коррекции на данный момент времени не нуждаемся. Жалко, что время прохода он не пишет. Здесь не реализовано. Можно, конечно, давно уже отстегнуть пассажиров. Посмотреть, что нам про ATC за посадку приготовила. Ну, в общем-то, почти как мы и планировали. Будет оно ругаться, конечно, в конце на меня. Потому что у нее заход другой. Отпуск, как всегда, дает дырку. Ну, дальше, чтобы опять-таки не растягивать сильно время, не думаю, что есть смысл писать беспробудный весь полет, потому что пижмой работы никакой дальше, кроме коррекции время от времени, не предусматривается до тех пор, пока ошибка не накопилась. Я опять же скажу, что в этот раз я лечу с уровнем реализма равно мнению. Вообще не факт, что она у нас появится, то есть просто здесь время от времени по мере смены маяков надо присматривать за появлением здесь ошибки. Ну, если этой ошибки нет, то понятно, и корректировать нечего.
40 километров до седьмой точки, всего точек. У нас 9. Начинает. Давайте разрешим. Снижение. Так, во-первых, уменьшаем скорость. На 470 пусть. И, собственно говоря, начинаем инициировать процесс снижения, дальше тримируемся, да, исходя из того, как хотим быстро начать снижаться. Но у нас, с учетом того, что я иду не по ATC-шному плану полета, сейчас пойду по своему, который предусматривает у меня еще дополнительный поворот, у меня времени достаточно для снижения, поэтому могу снижаться очень медленно. В принципе, где-то поймать триммерами 5 метров в секунду вполне достаточно. Километров. Так. Идем по 75-му маяку с каналом 28. Пошла смена линии заданного пути. До маяка у нас 84 километра. И идем мы, судя по... А, нет, вот не выйдем. На маяк идем. Смотрим накопившуюся у нас ошибку. Сейчас вначале лучше поменяем маршрутный участок, а потом можем скорректироваться. То есть, в общем-то, за весь полет мы уплыли всего-навсего 300 метров, с учетом того, что мы пролетели практически 2000, вернее, пролетим, вполне себе нормально. Сейчас пройти начнет на меня ругаться, поскольку вот это вот маршрутного участка в плане ее полета не предусмотрено. У нее предусмотрен план полета напрямую на аэропорт. Так, откручиваем сразу на 900 метров. Высота входа в глиссаду. Поэтому я уберу про ATC, чтобы она мне не мешалась больше. И продолжим потихонечку снижаться. Все, маршрутный участок у нас установился. Вот накопившаяся ошибка, жмем исполнение. Полет сейчас чуть-чуть
примируется и выровняется. 8 ppm, последний у нас будет 9, он же вход будет у нас в, соответственно, нашу схему посадки. Снижаемся потихоньку, кроем оверхед и ведем наши данные посадочные. 115, 232. Кстати, чем удобно пользоваться именно РСБН маяками с точки зрения коррекции. Можно задавать спокойно iOS и не задумываться на предмет того, как мы будем корректироваться. Так, теперь зададим, соответственно, 315-650. Ближние и дальние приводы нашей полосы посадки. Ну, здесь ничего делать не надо, так бы надо было, понятно, еще согласовать. Нашу систему радио. Ну, так как мы с первым уровнем реализма сегодня летим, то этого делать не надо. Тянем что-то 150 километров до разворота. Все, пожалуй, пока я выключу запись, поскольку тут очень интересно происходить пока не будет. И подходим к предпоследней нашей точке полета. То есть здесь же расстояние. Уже подцепился маяк аэропорт. Ой, достаточно крутой разворот. 10 километров. Накапливается погрешность, но сейчас мы ее скорректируем чуть попозже. На наш аэропорт 200 километров до него примерно.
бы входит в схему посадки, правильно сказать, или аэропорт. Погрешность 130 километров, если быть точным. Футов. Проходим, включая заранее отопотопление фьори. Забываю включать свет. У нас ни одного РСБ-ка не видать. Без 5.28, по идее, должен быть маяк. Что-то он не виден, а 76-й. И есть и 76-й, и 77-й. Ну да ладно, это не суть принципиально. Оп. В отсутствии маяка, понятно, здесь числа, на которые лучше кнопку соответствующую не давить. Высота нормальная, даже чуть раньше выходим на нужную нам высоту. Пока можно посмотреть погоду в аэропорту посадки. Вставляем давление аэропорта.
хочет он почему-то я уже переключать. Ну ладно. В принципе, я думаю, того, что мы скорректировались, уже вполне достаточно. И нет, вот какой-то маяк мы таки подцепили. Посмотрим, какой. 77-й маяк подцепили, последний. То есть 76-й почему-то захотел брать. Вообще абсолютно без разницы. Так. Вот, вот это уже совсем другое дело. Погрешности у нас на данный момент времени нет, но, в общем-то, это и не мудрено. Уровень реализма у нас не суть высокий. Сделаем побыстрее, только печально и долго ползти. Сорок километров до нашей точки входа в схему. Коррекции не нуждаемся. Так, 3000 у нас выход до входа в глиссаду. Не забываем за этим смотреть. То есть вполне нормально. Чуть рановато, конечно, я снизился. Ну, я люблю пораньше снижаться, чем потом прыгать и бегать. Так, вот в виде ПМ аэропорта появился. Это означает, что самолет все не знает дальше, куда ему лететь. После нашей точки. И это означает, что мы готовы начать входить в схему подхода, взлеты и посадки. Сейчас мы выставим высоту, чтобы он нам ее держал. 3000. Вот, скорость можем уже скинуть до 300. Где-нибудь там 80. Это позволит нам выпустить закрылки в первую позицию. Километра где-то в 20. Включим выход на левый круг относительно нашего аэропорта. Загорается лампочка. Смотрим на наше табло. Видим, что тут все потухло. То есть наша
курсовая система знает, куда мы летим, куда мы хотим лететь. Мы сейчас пройдем параллельно нашему аэропорту, вон он там болтается сбоку. Соответственно, с левой стороны, поэтому у нас левый заход. Да, но нас введены, можем потихонечку выпускать в первую позицию закрылки. Скорость чай позволяет это сделать. Загорается смена ЗП, все совершенно правильно. То есть мы сейчас перейдем на нужную нам маршрутную линию. Я тримирую потихонечку самолет. Аэропорт. Просто показать это. Соответственно, выходим. Маршрутную. Вот наш аэропорт. Куда мы должны будем сейчас? Ну, это за проход у нас тут получился над маяком ближнего привода. Несколько досрочно при входе в схему. Сейчас мы идем на третью точку. Активировалась схема. Правда, сменил круг. Посмотрим, что из этого выйдет. Потому что если сейчас выйдет, это значит, здесь есть еще один косяк. Точнее, не косяк, а нюанс. Правильнее сказать, его следует будет проговорить. Связан он с направлением ВПП. Поворот на четвертую линию, по моему пониманию, чуть раньше, чем надо.
Ладно. Начинаем спуск, потому что сейчас выскочу слишком близко от глиссады. Поэтому я инициирую чуть-чуть раньше. Идем перпендикуляр нашей полосе. Снаружи трудно несколько показать. Вообще по-хорошему, конечно, надо будет уже запускать подход к глиссаде. Ну вот, собственно, все, до ворот финальный на наш аэропорт. Можем переключать в режим захода. Вот у нас нарисовался наш финальный курс. Вон она, полоса перед нами, заход. Горизонтальная стабилизация. Ах, ты поторопился, я с вертикальной. Ну ладно. Просто будет небольшой перепад по скоростям. Вот мы идем. Вышли прямо четко на глиссаду. То есть, ну все, да. В общем, что я предполагал, тут имеет место быть. Вот пошла наша планка глиссадная. Выпускаем закрылки. В принципе, можно даже автопосадку зарядить. Растормозимся где-нибудь до 280. Все. То есть с точки зрения захода и дохода. Нюанс, про который я говорил, система захода, это то, что ей по барабану глубочайшая полоса, прямая или обратная. Как минимум надо... Don't sink. Don't sink. Чё ты там всегда орёшь? Don't sink. Don't sink. Don't sink. Don't sink. Подходим к полосе. Дальний привод. На этом месте можно срубить наш автопилот. Don't sink. Don't sink. Don't sink. И, соответственно, попробовать сесть. Ну, вернее, что тут пробовать сесть вручную. Don't sink. Don't sink. Don't sink. Чай, на полосу нас вывели. Don't sink. Don't sink. Don't sink. Ветерок слабый. Don't sink. Don't sink. Ближний. Молодец, командир. Классно работаешь, есть чем учиться, реально. Пух, что кубелок у меня куда-то отвалился весело и радостно. Скорости приходится самому угадывать.
Дамы и господа, наш самолет произвел посадку в аэропорту назначения. Температура воздуха в районе аэропорта 20 градусов. Просим вас оставаться на своих местах до полной остановки самолета. К выходу мы вас пригласим дополнительно. Не забывайте личные вещи в салоне самолета. Багаж вы получите в багажном отделении аэровокзала. На этом наш рейс окончен. Командир корабля и экипаж прощаются с вами и желают вам всего доброго. Благодарим вас за полет с нашей авиакомпанией. Рада новой встрече с вами. Благодарю за внимание. Зато экипаж работает. Тут очень маленький апортик. И запарковаться мы можем только вот таки сюда. Становимся тут, ну и берем механизацию, посмотрим, как садились. На этот вид несколько слышки. Дальний привод, высота принятия решений. Пропикаем. Считая того, что не по центру полосы сели, в общем-то, сойдет для сельской местности. Ну, а теперь, собственно, две вещи, которые я поменял, поэтому я сейчас включу другую камеру, чтобы можно было показать. То есть, если изначально я планировал зайти, ты чтоб тебе, ну поставь. Да я не хочу ее ставить. Зайти вот отсюда. Дальше пройти на третью точку вот сюда, довернуть на четвертую точку вот таким вот образом, зайти на посадку, то ввиду того, что у нас образовал занимательная вещь, точнее я от него не ожидал,
полоса у нас здесь имеет курс 232, это больше 180, и это означает то, что вообще по-хорошему круг должен быть 180-359 при таком раскладе. Но в этом случае получается, что самолет весело и радостно начинает лететь вообще непонятно куда, а именно пытается зайти с обратной стороны. То есть, значит, в плане полета при этом надо забивать обратную полосу. Если грузим план полета, и здесь тоже вводить не прямой курс, то, что я сделал в начале, когда забивал план полета, просто ну, не переснимать же из-за этого весь ролик, а, собственно говоря, вбить обратный курс. Или, если уж ввели курс полосы, как я его ввел, соответственно, 232, учет там не 232, вводил 243, то тогда что мне пришлось сделать? Сейчас покажу. Тогда, собственно говоря, точку входа я поставил вот сюда. Далее, соответственно, как мы заходили, третья точка у нас оказалась здесь, и четвертая точка вот здесь. Но он развернул мне чуть раньше, почему-то третьей точки он разворачивает, не знаю. Хотя схема у меня 16 километров это за глаза. То есть если промерить вот это расстояние от середины полосы, то ну, даже если до сюда взять, то есть мы развернулись вообще где-то вот здесь. 6,87 миль. Миль это если в километр, в 12 километрах явно. Вот, вместо 16. То есть зашли вот таким вот образом. Поэтому и круг у меня был выставлен правый, а не левый, как я планировал изначально. То есть вот если посмотреть, вот вторая, третья точка, они здесь вполне себе наглядно видны. Вот вторая, третья, четвертая и посадка. Ну, такой вот нюанс. Здесь, как это говорится, сколько летаешь, столько сам больше. Находить новых нюансов с заходом, то есть если курс введен тот, какой есть на самом деле, то вот этот вот переключатель направления всегда должен стоять вот в этом положении. В противном случае самолет попытается зайти в обратную сторону, что, в общем-то, совершенно не нужно. Вот. На этом будем считать наш сегодняшний полет законченным. Припарковал я вот уж крыло. Ну ладно.